Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас пресс-подборщик PRF 180 2001 года выпуска, полностью в исправном рабочем состоянии. Смотрим ближе, резина в хорошем состоянии, все цепи, все, что нужно для работы, присутствует. Есть небольшие места сварки, это не критично. Второе колесо тоже в отличном состоянии. Полностью комплектен, резина, все что нужно, гидрошланги, карданы на месте, нитка тоже заправлена. Друзья, если ищете пресс-подборщик такой, обращайтесь, звоните, пишите.